Всем привет, с вами, как обычно, Дмитро, мы продолжаем гонять Open War 5 Empire. Так. Робин Гуда вместо Жанны, а так сойдет, в принципе, Цезарь, Алекс, Монтесума, Робин Гуд, все остальные. Пошли. Так. Короче говоря, надо здание удержать. Раздолбать два три вражеских и все. А, бонусная миссия еще есть. Вот так вот. Вот так вот. Ну-ка. Не скажу, что ворота мертвые. Прям такие. Лучше всего пострелять. Да. О, Вашингтон почти заваншотил чувака. Так, регенерацию возьмем. Ну и дрищей, наверное, отправим на юга. Что-то там вообще не защищено ничего. Кстати, на югах, в принципе, достаточно одного выстрела, и нам изи будет тут. Так. Чингис вперед. На мины. Хп. 501 снял. Нам надо еще чучмека вынести, вот этого. Сняли у него одну единицу воинов. Так. Робин Гудом пойдем. Так вот, атаковать здание по чуть-чуть будем. Меняем ход. Саладина надо. В живых обязательно не оставлять. 184 хелки. Давай. В атаку 393. И вот так вот 330. Все, в следующем ходу тут не будет уже никаких проблем. Наполеоном быстренько вот сюда. Раздолбали здание. У нас 680 денег надо. Купить каких-нибудь дальнобойщиков. Дальнобойников, чтобы не путаться, не путать с людьми, у которых деятельность совершенно иная. Так, Цезарь сюда, Монтесума сюда, конец хода. Скорее всего, какой-то третий чувак там тоже есть. Ой, Наполеон, тебя надо отсюда скорее уводить. Сколько хп? Блин, у этого Саладина до хрена. Чуть-чуть не получилось. Надо Вашингтоном идти помогать. Иначе сейчас жопу надерут нашему Наполеону. Ладно. Окей. Уби. Девяносто шесть халочек сняли. Давай, Александр, бей дальше их. Пока меняем ход. Наполеон жив еще. Это хорошо. Здорово просто. Выносим этих уродов. И Чингис двигает на подмогу нашим братюням. Можно бонусную миссию выполнить. Попробовать, если успеем. Так, давай. Алекс. И Робин Гуд. И Монтесума, скорее всего, тоже может обстрелять спокойно. Вот эту вот фигню. Конец пока хода. Вот, Чингисом сюда забегаем.
Наполеоном на юга Вашингтона в помощь Чингису. Так, можно обстрелять защитное здание. И что еще? Цезарь. Такуй. Все. Раздолбали их. Оборону. Ну, тут изи. Дополнительным войскам не буду давать приказов каких-нибудь. Все. Чингис разорвал оборону противника. Наполеоном пострелять пока не получится. Окей. Цезарь вперед. 120 хп сняли Цезарем. Ну все, Наполеон... А, Наполеон вот так пойти может. Смотри. И до свидания. На этом закончим пока. С вами был Дмитро. Подписывайтесь на канал, кто не подписался. Делитесь видео, ставьте пальцы вверх. Всего доброго. Увидимся в продолжении. Помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys.